Как это так хорошо едется вообще? Я проехал 200 миль и пишет уже coolant. Я очень стрессанул, потому что я открываю капот и просто тут фонтан идет coolant, и все, пипец, трак сломался. Чтобы вы понимали, я не заводил трак, там была хорошая цена, я даже не поднимал, посмотрите, какой мотор. Я просто сел в трак, понюхал его, вышел и сказал, что я этот трак куплю. Я знаю, как короче. Фасотка. Я родился на этих дорогах. Я не уверен, что я туда проеду. Ну, сейчас нужно наехать на эту бровку. Владелец трака, сорян. Надеюсь, хвостом не задену. Ай-яй-яй. Ой-ой, тяжело идет по бровке. Ай-яй, дерево зацепил. По горам Колорадо из Денвера на Great Junction. Это одна из самых тяжелых и опасных дорог в Америке. Снег и еще горы. Это ужас просто. Конец октября, ребята. Это пар дурацкий идет. Смотрите, у меня под ногтями нету грязи. Охренеть. Вау. Даже непривычно такие красивые ногти видеть у себя. Всем привет. Это Максим. Давно не виделись. Я соскучился по вам, по Ютубу, по видео, по вашим комментариям. Не выкладывал видео полгода, потому что мне компания запрещала выкладывать и снимать ролики. Быстро расскажу, что произошло за эти полгода в моей жизни, на моих работах. Я уволился с работы Western Star на девятке. После этого я пошел в CRC Transport. Я когда увольнялся с Western Star, я уже устроился, как бы договорился с Романом, это CRC Transport, насчет новой работы. Он меня уже взял. У меня было около 4 месяцев работы на девятке. Думаю, из-за этого он меня решил и взять. Я подождал около 2 недель новый трак Peterbilt с трейлером Cottrell. Это, я считаю, самый лучший кархолер, который есть на рынке. Я полетел, забрал трак, на котором я отработал полгода. За эти полгода грузы были хорошие, за них не так хорошо платили. В целом я заработал неплохо. Я зарабатывал больше, чем на рифере, либо на флетбеде. Дэмэджа у меня было мало. Я был красавчиком, я работал без выходных. Короче, такой водитель, как я, это просто находка. Это золотой человек. Я принес хорошую прибыль компании. Уволился, потому что невероятно тяжелая и ответственная работа. Я понял, что это не мой тип трейлера. Я в дальнейшем хотел покупать свой трак. Я не хочу заниматься кархолерами. Там очень много нюансов. Я проработал всего на кархолерах около года. Я заработал хорошие деньги. Купил свой трак. Смотрите, какой трак я купил. Трак Kenworth, 2019 год, 460 тысяч миль пробега, мотор Cummins, X15, коробка автомат, Eaton, стоимость 51 тысяча долларов. Взял за кэш. Давайте более детально расскажу про трак. На траке изначально не было диргарда, я его установил. Диргард бэушный. Вот единственное повреждение диргарда. Так, диргард новый, хороший, легко снимается вот так. Могу показать сейчас быстро. Вот так он легко снимается. Можем так и оставить, потом к мотору перейдем. А бэушный диргард поставил за 1300 долларов. Все шины на траке были новые, all new tires, фирмы General.
американская неплохая фирма. Вот протектор спереди. Это я уже откатал 30 тысяч миль. Вот шины сзади. Они до сих пор еще новые. Хорошие шины, мне нравятся. Пятое колесо, оно зафиксировано, оно не ездит. А мне лично все равно, потому что я работаю на рифере. А если в будущем я захочу пересесть на флатбед, либо степдек и поставить хедрек. Хедрек — это такая штука, ящик ставится сюда. Тогда нужно будет сместить пятое колесо назад. Либо на кархолер. Также нужно будет, скорее всего, сдвигать пятое колесо. Так как у меня оно не сдвигается, нужно будет проделывать здесь отверстие и подсовывать вот эти болты. То есть болты откручиваются, делаются отверстия и сдвигается назад пятое колесо. Я лично видел на таком же траке сдвинутое пятое колесо вообще без каких-либо проблем. На траке не было брызговиков, в принципе, они особо и не надо. Трак особо не пачкается, я боялся, что будет грязь с колес идти на кабину, но нет, этого не было. Так даже, мне кажется, лучше без брызговиков. Есть доступ к шинам, я часто проверяю колодки. Вот кардан, он немного ржавый. Баки, кстати, на 180 галлонов, по 90 галлонов один бак. Шины не жует. Как говорил, 31 тысячу миль я проездил. Как вы можете видеть, рама ровная. Мне механик говорил, что были поменены какие-то подушки, либо одна, либо несколько. Точно не помню. Трак красивый, трак мне очень нравится. Хромированные классные колеса. Есть деф, проблем с дефом, слава богу, нету. Работаю в компании Nomad Freight. Удобно, эта компания находится прямо возле моего дома, поэтому пошел к ним. Давайте сейчас откроем капот и посмотрим на мотор. Вы, кстати, можете вот здесь определить, что мотор Cummins, написано Cummins. А также есть такие траки Kenworth, либо такой же самый трак Peterbilt. Есть они с мотором Packard. Поэтому здесь вместо Cummins будет написано Packard. Трак недавно мыл. Мотор не мыли, но он был помыт, когда его покупал. Мотор без каких-либо нареканий работает. Красный мотор Cummins X15. Я ездил до этого на Детройте и на Покаре. Скажу, Cummins самый лучший мотор. Хорошо тянет, мощно звучит. Немножко погромче, чем Покар либо Детройт. Чувство такого мощного, производительного, надежного мотора. Ничего нигде не подтекает. Никаких запотеваний нету. Вот можете посмотреть шины. Передняя тоже не жует. 30 тысяч отъехал. Все отлично. Легкий доступ поменять лампочку. Я вот эту лампочку менял одну. Поворотник. Это все, что я менял в траке. Это лампочка за $5. Coolant доливал один раз, один галлон долил, но это нормально. Я слышал, что где-то
один галлон на 40 тысяч миль, даже на новых траках он жует. У меня примерно так и выходит. Вот я отъездил 30 тысяч миль, оно где-то может пол галлона, может один галлон его съело. Давайте с другой стороны посмотрим. Так, нужно будет долить омывайку. Менял еще дворники, но это все как бы расходный материал. Как видите, никаких повреждений, запотеваний нет. Все отлично работает. По мотору вообще никаких нареканий нету. По траку ездит отлично. Супер. Мне очень все нравится. Я очень доволен, что ничего не ломается, потому что трак все-таки не новый. Сейчас уже 491 тысяча миль пробега, почти 500 000. Уже холодно на улице, поэтому закрываем. Я поработал чуть больше месяца на рифере этой компании. Мне их трейлер не очень понравился. Он был староват, 21 года. Ну, как бы он идет по документам 22, но был произведен в 21 году. Вот. Мне тот трейлер не очень понравился. Были вложения в него и немножко дороговато. Поэтому я решил сам арендовать трейлер. Сейчас жду эпойтмента. Буду рентовать рифер трейлер. Так, здесь закрыл. Слипер большой, практически самый большой на рынке из стандартных, 76 инчей. В Volvo VNL 860 там 77 инчей. То есть на 1 инч всего мой меньше, чем самый большой слипер на рынке. Слипер реально огромный. Особенно для меня после девятки, низкой, узкой. Доступ к аккумулятору неудобен. Нужно откручивать эти болты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чтобы добраться до аккумулятора. Кабина очень большая. У меня личные вещи сверху. Здесь у меня кровать очень широкая. Если вот так лечь, можете посмотреть, насколько она большая. Фокус, надеюсь, навелся. Итак, как я выкупал трак, хочу сказать. Как я выбрал и купил трак? Покупал я сам, выбирал сам, никто мне не подсказывал. Смотрел видео в интернете, на ютубе, о том, какие есть траки, какие есть движки. И я для себя понял, что лучше всего брать либо Freightliner Cascadia на Детройте, либо любой другой трак на Каминсе. Это может быть Kenworth, Peterbilt, Volvo, либо даже International. International не очень хотелось брать, потому что это самый дешевый трак. Но если бы была цена на International с Каминсом очень вкусная, я бы взял, наверное, International. Итак, я пошел в интернет смотреть траки. Трак я рассматривал в диапазоне 2018-2020 год стоимостью до 55 тысяч долларов. И с пробегом до 500 тысяч, возможно, до 450 тысяч миль. Я смотрел много объявлений с траками, как и в интернете, так и на Фейсбуке. И на Фейсбуке мне показалось дешевле всего купить трак. Хотел я покупать только у дилера. Дилера я нашел на маркетплейсе на Фейсбуке. Дилер оказался нашим, русскоязычным, украиноязычным. У них есть много новых траков и также много бэушных траков. Было объявление,
Kenworth красного цвета на Каменсе. В описании писалось, что у них есть в наличии три таких трака, пробеги 440, 460, 480 тысяч пробегов. Все в одну цену, 56 тысяч долларов. Мне это объявление понравилось, я поехал, посмотрел его, проехался на трех траках. Они абсолютно одинаковые, плюс-минус те же пробеги, та же комплектация. Как дилер сказал, они купили 20 таких же траков у какой-то компании. Мне повезло, я мог выбрать один из трех траков. Проехался я на всех трех траках, разгонялся до 70 миль в час, проверял все функции. В принципе, все траки хорошо работали. В одном траке был какой-то непонятный звук в двигателе, который мне не понравился. Такого звука у двух остальных не было. Тот трак я не рассматривал. Еще в одном траке был меньший пробег, самый маленький 440 тысяч. Я изначально хотел его покупать. Там был какой-то звук непонятный под траком. Но такое чувство, что что-то просто открутилось. Выбирал, кстати, я трак сам. Проверял мотор, то, как он звучит. До этого насмотрелся много видео на YouTube, как выбирать трак с американцами, на что смотреть. Пообщался еще со знакомыми овнерами и сам решил выбирать. Я даже лазил под трак, смотрел с фонариком, нет ли никаких подтеков, либо каких-то повреждений, ничего не обнаружил и решил покупать этот трак. Kenworth, 2019 год, 460 тысяч миль пробега, цена изначально была 56 тысяч долларов, но мне уступили и сделали цену 51 тысяча долларов. Я пробовал взять трак в кредит, мне изначально предложили взять трак по 30% годовых, что очень много. Я отказался. Потом еще раз попробовали взять. Предложили уже 20% годовых. Это самое лучшее предложение. Это все равно много. Но нужно понимать, что у меня нету истории бизнес-кредита. Я ничего не брал коммерческого в кредит. Да даже я ничего и под личный кредит-скор не брал в кредит. Короче говоря, я отказался от 20% годовых по кредиту и решил взять трак за кэш. Я заплатил, как здесь говорят, за кэш, но по факту я переслал деньги с моего счета на их счет по вайеру. Вайер шел, наверное, один день. Сразу выдали инвойс на продажу. У них сразу был тайтл. Тайтл — это как техпаспорт на трак. Я вписал свою компанию в техпаспорте, и мне сразу же выдали трак. То есть от момента, как я посмотрел трак, на следующий день я отправил деньги, и еще на следующий день я получил свой трак. Они получили деньги и сразу сказали: можешь подъезжать забирать трак, он готов. Я так и сделал, я забрал трак, сразу же поехал на заправку, потому что топлива практически не было. Сразу же на 500 баксов заправился. Скидочной карты у меня не было, поэтому по полной цене вот так 500 баксов ушло сразу же. Затем я поехал на ШАП, поменял масло в двигателе, поменял все фильтры, смазали трак, нашли какую-то небольшую утечку масла, заменили этот сил, устранили все утечки, все смазали, сказали: трак отличный, пробег не крученный. Я еще у них спросил, чтобы они подключили компьютер и проверили, не скручен ли пробег. Сказали: нет. То есть у меня сразу ушло 500 баксов на топливо, на обслуживание 1300 баксов. Я захотел купить диргард за 1300 баксов, еще цепи 300 баксов, инструмента купил еще на баксов 300, заплатил страховку. Короче, после покупки трака и до момента, как я выехал в рейс, я еще вложил в трак 7000 долларов.
Это заправка баков, обслуживание, всякие цепи, инструмент, диргард, страховка, ELD-девайс. Купил еще холодильник и микроволновку. Холодильник покупал бэушный. Такой новый холодильник стоит $600, а я бэушный его нашел за $120. Это специальный под Kenworth холодильник траковый. После покупки трака я даже не знал, в какой я компании буду работать. Я примерно знал компании, я подумал, какие есть компании хорошие, которые занимаются риферами и которые готовы взять овнера. Я знаю хорошую компанию Alwheel Tracking, это Денис Панев и Володя. Я пытался к ним попасть, но не получилось, потому что они не предоставляют регистрацию на трак. А для того, чтобы устроиться в компанию, нужно еще зарегистрировать трак в IRP аккаунте. У меня этого аккаунта не было, да даже если бы был, то у меня еще компания переносилась с одного штата в другой, с Вайоминга в Иллинойс, и я не хотел в тот момент регистрировать трак в Вайоминге. Поэтому мне нужно было, чтобы мой трак зарегистрировала другая компания, которая меня будет грузить. Поэтому я пошел смотреть другие компании и вспомнил компанию Nomad Freight. Хорошая компания, ничего плохого о ней не слышал. Оказывается, эта компания находится в South Elgin. Это 20 минут на машине от моего дома. Они занимаются как риферами, степдеками, флетбедами. Грузят много овнеров. И самое главное, они смогли предоставить регистрацию от их компании. То есть их компания зарегистрировала мой трак. Я у них арендовал рифер. Арендовал за $2200 22 года. Немного староватый рифер для такой цены, либо цена слишком большая. Но ничего, было удобно. Сразу в компании все как бы и рифер дали, и даже лоб-бары дали. Короче, за один день после того, как я с ними связался, я уже мог работать. Купил трак Kenworth T680 2019 год. В траках обычно они на год старше. Получается, он 2018 года. О, кстати, смазали еще пятое колесо только что. Я на мастерской. В траке стоит мотор Cummins X15, X15, это я открыл. Сейчас покажу мотор. Трак чистый, в отличном состоянии. Шины все новые, all new tires. Хорошие, не рекапы. Колеса хромированные, с колпачками. Смотрится по-богатому. Рама хорошо выкрашена. Не знаю, или ее перекрашивали, или нет. Но кардан, видите, уже поржавел. Так в целом смотрится, как будто новый трак. Я только что сделал замену масла в двигателе, в коробке. Надо будет посмотреть. Я им говорил, посмотрите масло в коробке. Если нужно будет его менять, то поменяйте. Я не знаю даже, меняли или нет. Короче, счет на $1350. Сразу же после покупки я его заплатил. Меняли фильтра, все поменяли. Масляный фильтр, топливный фильтр, воздушный фильтр, то что двигателя, и фильтр салона. Пока что хочу попробовать рифер. Вот так вот. Если рифер не зайдет, конечно же, по деньгам. Здесь все решают деньги. Если на рифере будет мало платить, то мне придется, как бы я не хочу, но придется либо на степдек идти, либо по хардкору опять возвращаться. Ой, оса, смотрите, тоже хочет в камеру попасть. Либо вернуться на кархоллер. Я очень не хочу на кархоллер. Я год на кархоллере проработал. Оса прямо на камеру села.
Видите осу? Блин. Главное не двигаться, чтобы не укусило. Вот. На кархолере проработал год. Знаю, насколько это тяжело. Поэтому пока на кархолер не хочу. После прошлого кархолера в этом траке ощущается, как будто я в пентхаусе каком-то. Столько места, пространства. Смотрите, я могу потянуться. Много места, кармашков много. Повесить можно что-то. Здесь даже крючочек есть, и здесь карманы. Холодильника нету. Буду сейчас ехать. Вообще, что еще нужно сделать перед тем, как начинать работать? Я поставлю дирт-гард, то есть это защита от оленей. Кенгурятник, говорят. Поставлю холодильник, я уже замеры сделал. Попробую найти его в Walmart, не знаю, или он сюда влезет. Там есть маленький холодильник, но мне кажется, он сильно широкий будет, он сюда не влезет. Я, конечно, могу обрезать, но я не хочу ничего портить. Если не найду в Walmart, то закажу в интернете. Специально под этот трак. Хорошо, что был новый матрас в пленке, видите. Он дешевенький, но он хороший. Что новый и что он есть. И не надо тратиться на матрас. Так, это мы можем поднять. Вот когда вторая кровать поднята, место кажется еще больше. Просто вау. И все чистое, нету запаха. Я до этого, чтобы вы понимали, смотрел траков 6-7. Это все были Вольвы. А, еще одна Каскадия у одного дилера, у американцев. Траки были все грязные, там какой-то инструмент лежал. Запах в одном траке просто, вот чтобы вы понимали, я не заводил трак, там была хорошая цена, я даже не поднимал, посмотрите, какой мотор. Я просто сел в трак, понюхал его, вышел и сказал, что я этот трак ни за что не куплю. Там настолько воняло сигаретами, там настолько было все... Я не знаю, как объяснить. Просто липкая, фу, блин, стертая. Не знаю. На том траке в Вольве было пробег 380 тысяч, но они все скрученные, я уверен. Там 1700 было пробега. И запах просто нереальный. Но настолько он ужасный был, что я даже и минуту не мог высидеть. А вы представляете, жить в таком траке? Это ужас. Этот трак приятный. Не воняет ничего. Вообще можно подумать, как будто он новый. Аккумуляторы и генератор, говорят, поменяли. Новая стоит. Есть климат-контроль. Это я первый раз вообще на Семаях вижу климат-контроль. Ну, трак заряженный. Это Кенворс. Кстати, я до этого ездил на новом Питербилде в классическом дизайне. Но внутри он был современный, с большим экраном. Там не было климат-контроля. Так, сейчас пойду узнавать насчет дирт-гарда. У них есть дирт-гард там, где я обслуживался. Но он большой, я хочу маленький. Не знаю, просто я хочу меньше. Большой, конечно, он побезопасней. Он еще фары закрывает. Да и без дирт-гарда я все время ездил. Я оленя ни одного не зацепил. Хотя были, честно, ситуации, что еще чуть-чуть, и я бы сбил оленя. Я дирт-гард даже хочу не из-за оленей больше покупать, а из-за того, что можно какую-то где-то бровку зацепить. Не знаю, даже трак какой-то въедет на тракстапе. Давайте что ли покажу, насколько много места в багажнике. Три ключа дали. Этим ключом даже можно заводить двигатель. То есть здесь нету вот этого электронного. Так, в другую сторону. Ручки как в Питербилде. Вообще, трак очень напоминает Питербилд. Ну, это, в принципе, то же самое. Кенворс, Питербилд. Стоял уже инвертор. Хорошо, не надо мне инвертор покупать. Он вроде как на 1500. Много очень места. То есть, сквозная там с той стороны тоже открывается. Треугольники дали бесплатно. Это с траком все шло. Здесь есть доступ, в принципе, к... Ну, можно поднять кровать.
и как бы залезть. Но я отсюда ее не подниму. То есть я могу изнутри поднять кровать и достать что-то здесь. Ставят гирдгард. Бесплатную, говорят, сейчас инспекцию еще сделают. Говорят, хороший трак у меня. Ну, в принципе, я согласен. Вот так вообще он выглядит, как будто новый. На новых шинах. Смазали красиво все. Да, трак мне нравится. Работающий здесь наш чувак говорит, что ездил на Каменце. Но, правда, тут старая версия была Каменца. Говорит, у него кулент вытек, и он еще по горам, груженный, без кулента на Каменце ехал. И еще 3 года после этого, когда лили, уже все починили. И 3 года еще трак ездил без проблем. Вот так вот. Мотор может без антифриза ездить. Такой надежный, говорит. Пока ремонтируют мой трак. Так непривычно, что у меня уже есть мой трак. Самое интересное, у меня нет легковой машины. Никогда в Америке у меня ее не было. Зато у меня есть трак, прикиньте. Целый настоящий трак. Так, сейчас будем чинить вебасту. Очень много вещей. Холодильник, наверное, этот сдам. Такой маленький, он мне, короче, не нравится вообще. Я бы хотел, конечно, от Кенварса холодильник вот сюда, чтобы он заезжал. Блин. Но я видел, такой 500 баксов стоит. Не знаю, поищу еще. Может, бэушный какой-то взять. Холодильник прям в мой трак. Короче, новый такой стоит где-то около $600. Я купил за 120. Занимаемся установкой холодильника. Вот эта розетка, короче, она не рабочая. Не знаю, может, потом как-то дадут руки отремонтировать. Он не влазит. Не влазит из-за этой штуки. Вот сейчас я ее откручу, уже один болт открутил. Вот. Такой отверткой. Итак, холодильник изначально не влезал. Я вот этот днище открутил, снял. Как-то вот так получилось. Все, мне механик быстренько помог, закрепил холодильник, все, ничего не шатается. Так вот открывается. Красота. Чик. И все. Коммерческий холодильник, он не будет открываться, тут замок, его нужно потянуть специально. Так, сейчас вебасту. Это вебаста вот такая коробка. Она настраивается вот здесь. Сейчас ее будут настраивать. Это я подготовился к зиме. Антигель. Незамерзайка. Воды много взял. Надеюсь, не замерзнет. Хотя, скорее всего, когда будет дубак, замерзнет. Треугольники были, кстати, с траком. 3 мешка цепей. То есть 6 цепей. По 2 в мешке. Итак, ребята, первый груз на своем траке. Это рифер. Стоит. Минус 10. Долго парковался. Как бы с первого раза заехал, но пристреливался, все равно выходил. Вот так ровненько все. Все, теперь самое приятное, просто ждать. По Цельсию. Ночью было очень холодно. Вообще такая сейчас температура непонятная. Постоянно было то 2 градуса ночью, то 5. А днем сейчас 25 и будет 27. Вообще жара. Трак буду не глушить. Это плохо, потому что солярка как бы за мой счет теперь. И моточасы двигателя трака.
А ночью спал с Webasto. Это хидер, который работает без включенного заведенного двигателя. Ух, трап мне очень нравится. О, уже грузят. Это хорошо. Уже грузят. Компания дала трейлер 2022 года. Трейлер новый, чуть-чуть помятый, там есть свои нюансы. Шины где-то, не знаю, на 60% еще осталось, то есть 40% где-то износ. Вот. Трак, ой, трейлер utility, а сам юнит стоит carrier. Я слышал, carrier он чуть похуже, чем Derma King. Ну, посмотрим. На рифере около 10 тысяч моточасов. Давно я не ездил на рифере. Я на рифере проездил всего на стажировке 2 недели. И год проездил на кархолере, на стингере. По-другому ощущается. Нужно немного привыкнуть к риферу. Потому что здесь трейлер длинный, а трак короче, чем стингер. А на стингере наоборот. Стингер — это девятка, кто не знает. Автовоз на 9 машин. Так вот, Стингер, у него получается трейлер покороче, но у него трак сам длинный. Еще торчат машины часто спереди и сзади. И сам трак предыдущий, он длиннее. Конечно, это тяжелее заезжать на парковке. Еще 90 градусов нельзя было делать. А на рифере, ну, на драйвене, флотбеде, на таких типах траков можно на 90 градусов делать залом трейлера и трака. Это очень удобно. Вот здесь довольно мало места было. Тем более вот эти еще трейлера мешают. Получается, я вот на этом месте стоял, где вот этот чувак стоит. И я вот так с первого раза сюда заехал. Но чуть-чуть еще подправлял его все равно, чтобы ровно было. А то я заехал, но я чуть-чуть вот так влево смотрел. Так, в принципе, заезжать не очень сложно. Работа, в принципе, гораздо легче, чем на кархолере. Очень часто я выхожу. То есть я на метр проехал, я вышел. Потому что, кстати, это сейчас место было довольно тяжелое, потому что с правой стороны у меня стоит трейлер, и с левой стороны у меня стоит вот этот пикап-трак, я боялся его зацепить, еще столбы и вот эта штука. Я из-за вот этой пристроечки не мог открыть двери, из-за этого еще пулап делал, вперед проезжал, открыл дверцы и заехал. Вот так вот. Первый груз, он с Чикаго на Смирно, Теннесси. Там вроде 500 или 600 миль. Короче, надо сейчас посмотреть. 500-600 миль, еще пустым я 50 проехал. Платят за груз 1500. То есть, если это 500 миль по $3. Все, чувак отдал Bill of Lading. То есть, это накладная на груз. Охренеть, как быстро. Я только припарковался. Три палета, говорит, загрузили. Это очень хорошо, потому что я плачу за топливо, а когда три палеты, то меньшее потребление топлива. Короче, загрузили за 8-10 минут, офигеть. Все, едем на загрузку. Разгрузку, точнее, едем. Все. Так, сейчас нужно закрыть дверцы, а перед этим сделать фотографии груза. Интересно, сколько он весит. Если мало весит, это еще хорошо, потому что, во-первых, экономия топлива. Я чуть больше заработаю. А во-вторых, мне нужно ехать на CatScale. Я тоже как бы и время сэкономлю, и $13 за взвешивание. Так, сфоткать нужно Bill of Lading. Вот так он едет в Смирно, Теннесси из Чикаго. Миль сколько? Не очень понятно. Вес 1500. Смешной вес. Это 700 килограмм. Так, мне нужно еще сил поставить. Мне дали сил. Сила — это пломба. Так, вроде все. Я очень доволен первым грузом. Это, наверное, самый легкий груз, который на рифере возил. Ну, я на рифере как бы всего 2 недели работал. Ну, помню, нас по 7 часов загружали. Все, точно перевеса не будет. Точно не будет перевеса. Блин, может еще какой-то грузик найти? Потому что сил у меня в руках. Все, я закрыл двери, поставил сил. Ехать 460 майлов. Вообще круто. По $3.
это хороший груз, получилось примерно $3. 465 груженными миль и около 50, может 45 пустыми. То есть там 500-520 миль за $1500. Уиллис Тауэр. Очень популярная. Это центр Чикаго, даунтаун. Такс. Поворотник нужно выключить. Еду на рифере. Мне пока все нравится. Как-то так хорошо едется вообще. Небольшой ветер есть, трак чуть больше шатает, чем стингер. Но я еще пустой, то есть у меня всего 3 палеты и 1500 паунтов. Но это нормально, если чуть пошатывает. А так в целом, так приятно едется чего-то. Вообще. Аж реально ощущаю какое-то удовольствие от рулежки, от езды. Ну также я 2 недели еще не ездил, может, ну, мне нравится ездить. И обзорность такая классная, смотрите. Вообще и виды такие классные. Вообще кайфую, короче, от работы. Еще любимую музыку сейчас слушаю в наушниках. У меня еще получается такой наушники с шумоподавлением. Я могу нажать кнопку, и шум уберется. Я слышу только музыку. И вообще так по кайфу как-то едется. Реально. В таком режиме мне, честно, работа даже нравится. Я проехал 200 миль. И пишет уже coolant. Так, сейчас будем смотреть, что это такое. О, сейчас он пропал. Сейчас я открою мотор. У меня было такое на Питербилте, новом траке, как бы... Такое даже может случаться на новом траке, то есть 50 на 50. Либо это что-то серьезное, либо это не очень серьезное. Это значок coolant, то есть антифриза. Что антифриз, level антифриза, уровень антифриза, он упал. Сейчас будем смотреть. Нужно долить. Я куплю еще галлон красного кулента антифриза. Просто главное красный. То есть любой марки, главное красного цвета. Проблем нету, потому что подтеков никаких нету. А что это так течет? А, это кондиционер. Да? Да, это кондиционер у нас течет. It's okay. Кулент нигде не течет. Все как бы хорошо. Вот здесь, я так понимаю, кулент проходит по этой штуке. Он, может, в систему всосал, там где-то что-то испарилось. Там, не знаю... Где-то что-то потерялось. У меня такое было на 2 траках, что я работал. Я очень стрессанул, потому что я открываю капот, и просто тут фонтан идет кулента. Я думаю, все, пипец, трак сломался. А мне овнер этот подходит, у него точно такой же стингер на Western Star. И он говорит, все нормально, у тебя просто овнер перелил кулент, и он просто вытек с крышки. Ничего страшного не случилось. Короче, доливаю... Полгаллона, либо галлон кулента, и надеюсь, что больше он его жрать не будет. Минус наличия диргарда, то есть кенгурятника, и вот теперь нужно постоянно открывать и закрывать. Так, закрыли 2 стороны. Так как мы остановились, уже можно проверить все. Сейчас проверим. Колеса главное. Ну, как бы колеса, если бы оно было спущено, то я бы это заметил по приборке. Все отлично, все супер. Странно, какие-то тут... Это еще изначально я увидел. Трейлер, видите, такими волнами идет. Колеса, видите, старые колеса мне дали. Это не очень хорошо. На все, на юбку смотрим, на вот это хендл смотрим, на все. Печай такой быстренький делаем. Так. Новые колеса, видите, не жует. Температура отлично, минус 10 по Фаренгейту. Нормально. Ничего не трет тут.
такой вот красавчик, рифер. Блин, мне нравится рифер. Минус рифера, конечно, только рейта. Поменьше платят на них. Сложный был заезд, чувак сломался, у него эйр сломался. Трейлер не может ехать. Вот так заезжал, очень сложно. Кривовато немного заехал. Ну, заехал нормально. В принципе, даже лучше, чем казалось. Я заехал где-то с второго раза. Хорошо, что здесь не было места. Если бы здесь был трейлер, нереально было бы заехать. А так я по чуть-чуть, он мне подсказывал. Видите, у него кабель порвался. Без этого кабеля он не может ехать вообще с места. Так страка смотрю, и даже не верится, как я сюда заехал. Блин, ну опыт решает. Реально решает. Я думал, я сюда не заеду. Но заехал. Так бочком так раз. И ровненько стал. Все, они уже занимаются, там красный свет горит вон. У меня всего 3 палеты, так что нормально. Вот такое бывает, у меня ни разу такого не было. Вот так сломались, прямо на моем доке. Так, мне надо, чтобы сюда никто не вставал, а то я не выйду потом. О, все, зеленый, отлично. Я спрашиваю, как случилось, он не знает. Короче, просто перерезала воздух на, ну там либо на, ну на трейлер перерезала воздух один, и он не может сдвинуть колеса, потому что как бы если воздуха нету, то они автоматически разжимаются тормоза, и они сейчас намертво зажаты. Так, трусится трейлер, это значит, что меня выгружают. Сейчас PTI сделаю. Ого! Блин. Чуть-чуть его многовато здесь. Я его доливал сюда. Видите, он, скорее всего, из системы опять вышел обратно. Работает как часы. Итак, выбросил второй груз. Два дня, два груза по 500 майлов, там 520-530 майлов. Работа мне нравится, гораздо проще, чем на кархолере. Пот в глаза затекает. Короче, мне, чтобы две машины разгрузить, они стояли вот на это месте и на этом. Мне нужно пол трейлера снять. Загружать его обратно нет смысла, потому что следующая разгрузка у меня вот эта машина, а потом та. То есть мне нужно легче сейчас все выгрузить, потом опять загрузить. За это никто не платит, ни одного доллара. На жаре. Загружался я, помните, под ливнем. Смотрите, в каких условиях я работаю. Вот, мне нужно подойти. Просто жесть. А разгружаюсь под жарой. Но заработки, конечно же, меньше. Сильно меньше, я бы сказал. Про заработки потом буду говорить. Сейчас я выбросил вообще драйвеновский груз. То есть я работаю как драйвен сейчас. Плюс, что быстро загружают, быстро выгружают. Поинты там особо нету. Там с 8 до 6 пм можно было доставить. Но за, платят, конечно, очень мало. Мы зарабатываем в любом случае. Зарабатываем больше, чем на других профессиях. Гораздо больше. Но все равно это очень мало. Хочется больше. Все, будем выезжать сейчас на Walmart и будем ждать следующий груз. Загружают меня с дока флетбедов. То есть
Я, короче, мой первый груз был на рифер. Я вез 3 палеты замороженной курицы. Второй груз это был на драйвен. Сейчас третий груз на флетбед. Вот так вот. Вот что рифера возят. Платят не как на флетбед, а как на, не знаю, на бокстрак. Платят очень мало, очень хреново, по 2 доллара, короче. На длинное расстояние по 2 доллара. На 1600 миль. Ай-яй-яй, это очень мало. Очень мало. Я очень мало заработаю, блин. Ну, посмотрим. Меня забирают на запад. Там, говорят, сейчас потребность большая в риферах. И там хорошие рейта с запада на ист, короче, хочу сказать. На восток. Да, на восток. Потому что на востоке, то есть на исте, сейчас плохо с грузами. Говорят, нужно на запад, то есть на вест ехать. Вот такую штуку, скорее всего, меня загружают. Только что грузили 2 маленьких флетбеда таких. Короче, это самый трак, только он без трейлера. Короче, такой трак, как эвакуатор. Только чуть побольше и флетбед. Вот 2 таких только что передо мной загрузили с улицы. И меня сейчас грузят с дока. Интересно, конечно. Я как-то так не задумывался, что да, действительно, рифер же может по факту грузить. Ну, драйвеновские грузы это само собой. Потому что выключенный рифер это то же самое, что драйвен. И я как-то не думал, что можно на рифере перевозить флетбедовские грузы. Там либо на степдек грузы. Это круто. Восьмое октября. Первый раз попал в снег. И уже довольно такой сильный. Еду 34. Аккуратненько. Опасная дорога. Но что поделать. Как-то так. С каждой минутой все хуже и хуже. Снял цепи, но все равно остался снег. Я цепи одел только потому, что писалось, если не одеть цепи, будет штраф от 500 до 1000 долларов. Поэтому я одел цепи. Проверок никаких не было, много ребят без цепей ехали. Но я снял, еду 20 миль в час без цепей. По горам Колорадо из Денвера на Great Junction. Это одна из самых тяжелых и опасных дорог в Америке. Снег и еще горы. Это ужас просто. Просто ужас. 60 миль написано. Я даже 30 боюсь ехать. Так, все. Прячу телефон сейчас. Не до съемок. Еду по Колорадо. Смотрите, какая высота. 10 тысяч фит. Это 3 километра, походу. Ого. Вот это да, октябрь. Конец октября, ребята. Так,
Сейчас будем заезжать в туннель. Ребята, высота 11 тысяч фит. Охренеть. Я не помню, чтобы я даже на 10 тысяч заезжал. А тут 11. Не увеличивается, то есть она не падает. Горы еще выше вот там. Так, туннельчик. Посмотрим сейчас, что там в туннеле. Сколько снега. О, светло как, ребята. Ух! Класс. Почему они просто не могут сделать туннель через все Колорадо, чтобы мы ровно вот так ехали? Без дождя, без снега, без гололеда. Прорыли бы туннель вот через всю Колорадо, вот, через эти все горы. И все, вот такой туннель. Было бы классно. Тогда не надо будет цепи одевать. Столько аварий, представляете, каждый год из-за этих гор, из-за того, что цепи не одели, из-за скорости. А так вот по такому туннелю ехали, смотрите, снега нет, легко. Смотри, как намерзли эти, как они называются. Короче, по-английски они называются windshield wipers. Вот, дворники, вот, как намерзли. Я их уже раз отбивал. Опять намерзло. Гармин не ловит. Залагал, потому что мы в горе, кстати. Да, вот так вот. Прямо в середине горы едем. Прикольно. Я даже не помню, чтобы я через такой длинный туннель проезжал. Стой, это 70-ка? Сейчас надо посмотреть. Точно 70-ка? Да. Значит, проезжал. Я через 70-ку много-много раз проезжал. Интересно. 35 миль в час, track speed limit. Ну, я 36 еду. Нормально. Не работает адаптивный круиз-контроль, потому что датчик, скорее всего, забился. Я не знаю, или он вот там находится, либо там нужно почистить его. Снегом забился. Сейчас выйдем, интересно посмотреть, насколько изменится высота, потому что сейчас она не обновляется. Но по ощущениям мы все время едем вверх. О, конец. Блин, steep icy, ай-яй-яй, все, надо скидывать скорость. Немедленно. Ай-яй-яй, 7%, это очень крутой спуск. Так, обновляется Гармин, посмотрим. О! Все, не буду снимать, ребята. Очень опасная дорога, невероятно опасная. Сейчас немножко посмотрите, вот так она выглядит. Ай-яй, снег появляется, все, надо тормозить. Смотрите, очень крутой спуск, от 5 до 7%. Как тормозить? Довольно... сильно нужно тормозить, там до 15 скинули, отпустили тормоз, чтобы тормоза охладились. Вот до 18 опять, ну, чуть-чуть сильнее обычного нажимаем, до 15 отпускаем, он ускоряется. Опять отпускаем тормоз, ускоряется. Жмем тормоз. Тормоза кипят просто. Горячие. Вот здесь горячо. У меня полная загрузка 77 тысяч фунтов. 35 тонн, короче. Не справлялся engine brake. Приходилось тормозами тормозить. Ну, здесь немного тепло тоже, но не так горячо, как спереди, и запашок немножко пошел. В
Сейчас посмотрим фонари. Если забились фонари, то будем чистить. Так, здесь что? Я трогаю. Не, здесь нормально. Почему-то передние нагрелись. Так, фонари нормально, видно. Чистить не надо. Здесь все хорошо. Интересно, барабанные или дисковые тормоза? Ну, запах идет. Тормозов, конечно. О, видите? Пар идет. Нагрелись. О, теплые, теплые, да. Нагрелись. Горячие. Ой, тут вообще... Это не от шин, шины холодные. Это именно тормоза. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ай, аж накалились, капец. Это не очень хорошо вообще. Главное, чтобы не треснули. Они очень горячие. Воняют. Хорошо, что я встал. Я думал продолжать ехать. Просто у меня еще мотор на 200 фаренгейтах. И мотор горячий. И тормоза, я слышал, в салоне уже немножко пованивало. Горячие. Ну, вы видите, если пар идет, какой. Ай-яй. А с той стороны что, так же самый пар? Почистил дворники. Зеркала надо чистить? Не, не надо. Если что, подогрев, кстати, можно включить. Так, а с этой стороны, интересно, пар идет? Интересно, с этой стороны пара не идет. Сейчас потрогать нужно. Непонятно, либо сильно холодное, либо сильно горячее. А не, оно сильно горячее. Горячее, но не настолько, как лево. Ну, оно не идеально, понятно, нажимает. Так, вот я что снимаю, чтобы трещин не было. На глаз визуально все хорошо. Эксперты, скажите, все ли хорошо? Ну, там аж пар идет. Даже до сих пор я вижу пар. О, вот так хорошо видно пар. С мостом, наверное, тоже. Мосты горячие, кстати. Конечно. Вот этот мост самый горячий должен быть. Тот не так. Потому что engine brake, когда тормозит, вот этот мост берет на себя нагрузку. Вот этот. Поэтому он тоже горячий. Сейчас потрогаю и его. Ай, не очень удобно. Теплый. Но тот тормоз, конечно, сильно воняет. Фу, горелым прям. Мне это не нравится. Главное, чтобы потом проблем не было. А то я только купил трак. Третий груз и такая фигня вообще. Знаете, что диспетчер сказал? Да там вообще сейчас снег, но когда ты будешь ехать, он пропадет. Такая жесть. Это самая худшая, наверное, дорога была за все время, что я ездил. Ой, я могу подъехать сейчас. Самая худшая, невероятно опасная. Даже если платили по $5 за милю, нужно задуматься. Вы знаете, по чем я еду? 1600 майлов по $2. В Колорадо, в эту хрень, по $2 я еду. Я заработаю меньше, чем наемный водитель на рифере. Это ужас, это просто, это самый худший, самый невыгодный, самый просто дерьмо груз. Так, проверяем движок. Кулинг на хорошем уровне.
на этом, на максимуме. Смотрим какие-то запотевания. Ну, понятно, здесь все мокрое. Так, ну двигатель сухой. Сам двигатель сухой, это очень хорошо. Это конденсат какой-то. Понятно. Колодки горячие. Пусть остывают. И пусть двигатель остывает. А ну. Горячо. Прям очень сильно горячо. Потеки не видны. Так. Это, наверное, у него что-то случилось там. Смотрим эту сторону. Так, запотеваний я не вижу. Можно уже подлить washer fluid. Да, что-то у людей случилось. Что-то случилось. Как бы шины новые. Визуально вроде как ничего не жует. Я уже несколько тысяч миль, 1000 и 2,5 миль проехал. Шины не жует. Ни с этой стороны, ни с той. И небольшой люфт есть на кингпинах. Стиринг кингпин. Вот это стиринг кингпин. Вот. Вот эта штука, стиринг кингпин. Небольшой люфт, сказали, есть. Даже сказали менять. Но я знаю, что можно не менять. Так вот. Износа никакого нету. Шину не жует. Это хорошо. Тут американец, механик подошел, спрашивает, все ли хорошо у меня. Я говорю, да, я просто инспекцию сделал, потому что было слишком steep downgrade. Крутой спуск. Он говорит, а у тебя цепи одеты? Я говорю, да. Хотя он мимо проезжал, и он видел, что у меня цепи нет. Ну, как бы они у меня есть, но они не одеты. Я их снял. Я говорю, да. Он говорит, ну хорошо, потому что по закону нужно сейчас съезжать с цепями. Сейчас асфальт. Ну, зачем цепи убивать? Сейчас еще постоим, охладится двигатель и тормоза, и поедем дальше. Я думал здесь ночевать, но что-то мне здесь не нравится. Фу. Тормоза горят. Я в Колорадо, 70 миль до Grand Junction, ехал по горам, было очень много снега, но сейчас высота ниже, поэтому снега нет. Фух. Траки вон там стоят, смотрите. Там траки. Я вокруг озера бегаю. Смотрите, обычное озеро и мусорка есть, чтобы не мусорили люди. Фух. Фух. Устал что-то. Классный городской воздух. Очень свежий, чистый.
Фух. Это была rest area. Очень красивая, классная. А вот там я припарковал свой трак. Зум вообще отличный на новом айфоне. Кайф. Небольшую сделал пробежечку. Походил, подышал свежим воздухом. Сейчас либо поеду на траке, либо лучше пройтись, либо пробежаться до какого-то ресторанчика. Покушаем. Вкусненько, чего-то горяченького хочется. У меня микроволновки, холодильника нет. Не знаю, или буду покупать. Возможно, микроволновку куплю. Разгрузили, разгружали час. Это самая на данный момент длинная разгрузка. Если считать из выгрузок и загрузок, это самая длинная, один час заняло. Я такой думаю, блин, насколько все-таки кайфовая работа. Вообще по сигархолерам мне даже нравится работа. Чуть-чуть сложноватый заезд был, ну по чуть-чуть, выходишь несколько раз, это не сложно. После кархолера, реально, ну на кархолере такие ситуации были, где надо там задом сдавать, в тупик заехал, на дорогу задом нужно выезжать, ну типа. Перекрыл дорогу, блин. Обычная ситуация, обычный мой рабочий день, ребята. Давай едь! Едь, трак! Спасибо, пацаны, что подождали. Тут все рассчитано для риферов, драйвенов. Меня очень бесило на кархолере, что загрузки, разгрузки для кархолеров часто не сделаны. Очень мало места. Но мне сказали вот так. Я должен проехать. Сейчас максимальный вообще выбор отберу. Очень мало места, видите, здесь. Оп! Смотрите. Аккуратно смотрим, чтобы лестница не задеть. По чуть-чуть. Главное, по чуть-чуть делайте. Я никуда не спешу. По сантиметрику. Да, должен влезть между этими палетами. А ну. Да, влезаю, отлично. Я уже вижу, что влезу. Мало места, конечно, но... Ой! Оно ничего не задело там. Я ничего не выдумываю. Это такой заезд у Теслы. Мне чувак подошел, да, сказал вот так... Заезжай. Смотрите, продемонстрирую, какой миллиметраж. Ну, как бы, немножко в запасе есть место, но это сложный заезд. Таких заездов миллионы. На кархолере. На драйвенах нет. Я вот так взял угол. Если бы не вен, то еще бы больше взял. Вот так, ну, нормально. Я вот так взял. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Тут залом сделал. Не на 90 градусов, на 90 нельзя. Но сильный залом сделал. Мне не нравится сильно заламывать.
Не вот так я сюда зашел. Вот. Немного места. Ну, отлично. Все, я развернулся, сейчас заезжаю туда. Скидываю всего одну Теслу на этой локации. Там такие заряженные Теслы вообще. На спойлерах. А у меня самые простые, Model Y. Вот здесь еще нужно угол поворота взять, потому что вот та бетонка может мешать. Вот максимальный угол берем, какой возможен. Но здесь легче. Места побольше. Говорит работник, осторожно, а то мало места. Вон, заряженная Тесла. Смотрите. И спереди тоже там заниженная она какая-то. Ну, эти обвесы. Model X, кстати. Я Model X еще не возил. Так, все супер, все отлично. Если бы здесь заезда не было, я бы так на дороге стал. На дороге опасно, но если нету выбора, то что делать? Ну, на такси неохота. Я застрял, не знаю, как выехать. Тот дурачок сказал мне сюда заехать. Я никак не хотел заезжать. Я видел, что есть мало места. Я стоял на дороге, он говорит, это запрещено на дороге стоять. Ну, реально, там такой трафик, что за мной просто полоса машин стоит. Да, как-то еле-еле заехал. Но я не могу развернуться никак вообще. Думал, может как-то вот так туда, потом назад. Короче, я думал, у меня не такой длинный трейлер. Он, зараза, очень длинный этот трак. Короче, я попробую сейчас туда вот так сдать. Назад. Но опять же, мне здесь не хватит. Мне нужно будет хвостом туда завернуть. Туда я. Видите, скорее всего, я наеду на эту бровку. Я там на бровку наехал, потому что иначе бы, ну, я бы не заехал. Он говорит, все СМАщики сюда заезжают. Я ненавижу эту фигню. Просто ненавижу такую фигню. Они посоздавали дилеры такие красивые. А о траках вообще не думают. Пусть сами садятся на траки и доставляют машины. Я не уверен, что я туда проеду. Ну, сейчас нужно наехать на эту бровку. Владелец трака, сорян. Но ты сам знаешь, что такие ситуации бывают. Надеюсь, хвостом не задену. Ай-яй-яй, уже чувствую, что там вообще мало места. Вообще мало. Так, подниму сейчас подвеску. Ай-яй-яй. Ну, хоть пальму не задену. Такое, кстати, часто. Я вообще такое редко снимаю, потому что снимать как бы... Ну, сложно в таких ситуациях. Но сейчас как бы я никому не мешаю. Ой-ой, тяжело идет по бровке. Ай-яй, дерево зацепил. Надеюсь, машину не поцарапал. Тут еще, в принципе, места достаточно.
Ну, когда в траке сидишь, такое чувство, что тут 30 сантиметров осталось. Так. Ну, мне уже достаточно будет вывернуть. Хорошо, что здесь машина не стоит, и здесь. Это мне помогло место. Я сейчас наеду на эту бровку. Развернусь. И буду разгружать этот миник. Сложная доставка. Я еще, чтобы вы понимали, вчера здесь был. На дороге стоял, бешал всем. Разгрузил миник. Доставил. Говорят, забирай его, завтра приезжай. Потому что уже не работают. Так. Ну, давай проезжайте. Нахожусь я в Great Junction. Пустой. Мне уже вроде как взяли груз на West. Загружаемся. В Salt Lake City, в Nestle. Смотрите, какая гора классная. В жизни она вообще такая объемная. Я вот так встал. У меня что-то рифер не работает. Что-то не заводится, слышите, он не работает. Ну заведись. Ай-яй, у меня минус 10 должна быть температура, сейчас 38. Ай-яй, это еще часа пол. Он будет этот... охлаждать. А я уже на загрузке, мне уже нужно загружаться. Старый трейлер. Это 22-й год, он не должен быть старый, но моточасо нормально накатали. О, чё? Чё такое? Ты заводишь? О! Погнал! Чё так трусишься? Что это такое? Почему ты заглушился? Топливо полное. Полный бак. Я добавлял антигель даже. Ну, солярка не должна замерзнуть. И сейчас плюсовая температура. Сейчас 5 градусов. Ну, ты заведешься? Вот. Carrier. Ну что это такое, боже. Я за это плачу, блин, бабки, понимаете, за эту технику. Боже, просто пипец какой-то. Carrier, ребята, не покупайте Carrier. Лучше Thermo King. У меня был Thermo King, правда, то новый трейлер был. Проблем не было. Вот он опять сейчас заводится. Нафига мне эти проблемы, да я только начал работать. Я неделю работаю. Все, желтое сейчас пишет. Ну, давай. Alarm. Fail to start. Auto mode. Очистим. Все, давай еще раз заведем. Статус окей. Так, нужно как-то ретрип. Сколько моточасов? 9900. У меня, кстати, на траке тоже где-то 9900 часов. Оно, блин, если не заведется, это все, отмена груза, блин. О. Какой-то пар дурацкий идет. Так вот встал я, вот мой трак красавец. О! О, этот раз завелся лучше. Отцепил и слайданул колеса в самую даль.
Ой, капец. Только что немножко тяжко было. Конечно, по сравнению с кархолером это все равно отдых. Короче, у меня не заводился рифер. Было принято решение все равно встать на док, зачекиниться. Я когда встал на док, включил еще раз рифер, и он завелся. И сейчас нормально работает, уже там температура минусовая. Это хорошо. Была еще проблема с заездом. Было два трейлера рядом стояли. И еще у них правило такое на Nestle. Для загрузки и выгрузки нужно слайдануть, то есть посунуть тандем трейлера колес в самый зад. И это очень неудобно парковаться и заезжать на док. И поворачивать. Я как-то так, по неопытности. Я сначала отодвинул колеса, а потом заезжал на док, и я не мог заехать. Ну, тут такой выворот надо сделать. Еще плюс трак. Volvo стояла, как я, подальше, потому что нужно отцепляться всегда. И почему я отцепился? По правилам безопасности нужно отцепляться. А то бывали такие случаи, какие-то, не знаю, водители забывали, наверное, что их грузят. А возможно, они думали, что их уже загрузили, начали ехать, и там бывало, что, палеты падали, такое. Короче, нужно отцепляться. Он отцепился, и из-за этого мне сложно было заехать, и еще трейлер тут стоял. В принципе, если бы профессионал был, он легко заехал. Но между трейлерами для меня еще пока что тяжело. Я все равно заехал, но что я сделал, я опять до конца вперед посунул тандем. Это гораздо легче так заезжать на док. Я легко заехал, в принципе, там, может, пару раз вышел. Груз Salt Lake City на Лос-Анджелес. 1000 миль за $1500 это очень мало, но это делается для переезда, то есть чтобы не пустым ехать, скажем так. Берем дешевый грузик из Лос-Анджелеса. Я видел сам даже лично, я заходил на борт, постились хорошие грузы. Работа в целом, кстати, нормальная. Я бы сказал, что она не сложная. Конечно, смотря с чем сравнивать, если посадить сюда кассиршу, она скажет, что это нереально сложная работа. Но я вот после кархолера пришел сюда, после девятки кархолера, когда у меня машина прямо перед глазами вот так свисает, я ничего не вижу. Вот когда влево в поворот хожу, не видно, но я вот так нагибаюсь и вот так смотрю. Вот. И вот так чуть-чуть видно. Вот так. Пару раз чуть в ДТП не попал, потому что я просто ни хрена не вижу. Я не видел трафик. Я еду на полной скорости, а там трафик стоит, и я не видел из-за того, что у меня вот так машина просто вот так затулила windshield. Вот поэтому я ничего не видел. Короче, после вот такой тяжелой работы, рифер для меня это отдых, реально отпуск. Прям иногда даже вот первую неделю мне казалось, что я даже не работаю. Мне это чувство, что я работаю. Я привык. Вот когда я работаю, я потный, грязный. Вот чувствуется, что я работал. Тут, смотрите, в белых носочках. В белой футболочке. Чистый, опрятный. Смотрите, у меня под ногтями нету грязи. Охренеть. Вау. Даже непривычно такие красивые ногти видеть у себя. Короче, работа мне нравится даже. Работа хорошая. Зимой, конечно, по гололеду на любом траке сложно ехать. Но так в целом едется хорошо. Кабина шикарная просто. Это просто какой-то особняк, а не кабина после кархолера. Кархолер это настоящая собачья будка была. Просто жесть. Там столько, не знаю, мне аж просто плохо было в этом кархолере находиться. Просто тошнило от него, честно. Уже я год проработал на кархолерах. На двух. 4 месяца на одном. Полгода на другом. Но там еще стажировался, что-то ждал трак. Простои всякие. То есть год, грубо говоря, отработал. Это тяжко было. Это очень тяжко жить в маленькой кабине. Там, я не знаю,
сколько метров? 3, наверное, квадратных метра. И потолок вот так. Вот, кстати, я помню, вот я сажусь на кархолере, и я не мог вот так сделать. Тут, в принципе, не так прям удобно. Я могу, конечно, поднять кровать, но у меня там вещи. Но здесь я хотя бы, ну, могу сесть нормально. Чуть-чуть так, конечно, нужно изгибнуться. Но я могу сесть, ну, даже ровно, просто упираясь сильно. Могу сесть в кархолере вот так. Вот такая крыша. Вот представляете, вот такой потолок был в кархолере. Вот, вот так. Сверху ничего не было. Вот так. Ребята, я очень расстроен. Я даже не могу сесть, смотрите. Вот я сел. Это пипец, я не знаю, как я буду так работать. Я вот так должен был ходить, вот так. Вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. Ладно, чемодан пока поставлю на пол. И нужно было садиться прямо на пол, вот так. Потому что я ничего не видел, когда свисает машина. Вообще не вижу, какие мосты. Доверяю Гармину. То есть я только что не видел два моста, высоту их. Знак я тоже не вижу. Еду по ощущениям. Вот как ощущаю дорогу, так и еду. Конечно, заработок был выше, но это если вы не спешите, вы аккуратно грузите и выгружаете машины. Если вы спешите, как многие водители, они зарабатывают даже меньше, чем на рифере. Там столько боже работы, столько геморроя на этом кархолле. Просто, я бы сказал, это работа для самых сильных бедолаг. Вот так вот я бы так описал. Ждем загрузку. Так, у меня красный. У меня даже красного светло нет. Все, я могу сейчас ждать загрузку пару часов. Что мне делать пару часов? Я найду чем заняться. У меня на кархолле такого нету просто. Так я стал. Очень легкий заезд. Протянул раз с первого раза. Я в Калифорнии. Что-то пальм только не видно. Где пальмы? А вон пальмы. Видите, Калифорния, Лос-Анджелес. Здесь я заметил, есть баскетбольное кольцо и мячик. Сейчас поиграем. Думаю, это для водителей сделали. Так, вот этот мне побольше нравится мячик. А ну одной рукой. О. Я бы его еще чуть-чуть надул. Груз из Лос-Анджелеса на Спаркс, Невада. Это возле Рино, Невада. За $1900. Пустые груженные 620 миль. То есть это по $3. Очень даже хорошо. За один день я сделаю 1900 гросса. Но, к сожалению, каждый день так не получается на рифере. Поэтому здесь, конечно, заработки поменьше. Вот, грузят. Отлично. Проехал я уже 1004 миль. Шина не жует. Как передние, так и задние не жует. Вот так вот ровненько стал. 1/4 бака оно сожрало за один груз. Я там 900 миль проехал за $1500. Это очень низкий рейд, $1.6. Чтобы поехать чуть лучше эрию, сюда, в Лос-Анджелес, это, оказывается, на данный момент хорошая эрия для рифера. По $3 вот выезжаю. Потом поеду на Орегон. И через выходные возьмем с Орегона, либо Вашингтона, штата, длинный груз. Надеюсь, на 3000 миль возьмут. И тогда неделя хорошая получится. Около $10000 гросса. Что считается хорошим результатом для рифера. Видно по колесам. Тяжелый груз. Ой, как прогибается все. Ай-яй-яй. Ну ничего. Трак у меня мощный. Ну классный трак, мне вообще очень нравится. Помыть уже скоро нужно будет. В
Вообще классно. По идее, если он задом случайно заденет, то он въедет в Тиргард. А я знаю, короче, путь. Сейчас мы объедем, сэкономим время и деньги на толы. Я знаю, как короче. Посадка. Я родился на этих дорогах. Яблоки в штате Вашингтон. Вот яблочки. Еле сюда помещаюсь на траке на дороге. Сейчас будут меня загружать яблоками. И буду их везти в Нью-Йорк и в Пенсильванию на Walmart. Кормить клиентов. Можно так ехать и сорвать. Раз, яблочко. Это Монтана. Вот такая вот. Такая есть Монтана. Утро сейчас 8 утра. Выхожу, а температура сбилась. Сейчас продукт испортится. Аларм. И рифер не работает. Ай-яй-яй-яй. Fail to run minimum time, box temperature out of range. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй, это ужас. Это просто ужас, ребята. У меня сейчас продукт испортится. У меня сейчас испортится продукт. Сейчас такой классный эффект. Короче, туман поднялся наверх, вот, ну, я не знаю, может, на этажей 10. И такое чувство, что это тучи. Короче, такое ощущение, что небо, оно очень низко находится, видите? Вау! Я ни разу такого еще не видел. Я 2 года еще ни разу не видел. Вау! Как мне это нравится. Все так. Притормаживаем светофор. Не знаю, ну, на камере вроде как видно, что смотрится как тучи, как будто тучи прям над головой у тебя. Вау, классно, вообще классно. Ужас просто, какой туман. Уйду в туман, уйду в туман, кругом обман, кругом обман. Дали девайс на Walmart. Когда меня разгрузят, она запищит.
Я такое видел в ресторанах. Ты делаешь заказ, садишься за стол, тебе дают такую штуку, и когда заказ готов, она пищит, и ты идешь, забираешь заказ. Вот так заехал я, кривовато. Как думаете, нормально, что там я касаюсь, а здесь нет? Ладно, я сейчас подровняю. Надо подровнять. Заезжал с дороги, видите, это дорога тут. Но трафика нет, поэтому, в принципе, легкий заезд. Сейчас подровняем чуть-чуть. Ой. Все, встал на док. И осталось теперь самое приятное. Просто ждать. Кайф. Просто кайф. Едем на Колорадо. Из штата Нью-Йорк. Это где-то возле Пи... Ну, там... Наверное, возле Пири, Пенсильвания. Называется Стэнли Нью-Йорк. Едет на Колорадо Спрингс. Колорадо. О, уже начинает грузить. Только прошло минут 10, все, я загружен. Мне дали документ, мне дали сил. Это вот такая штука. Они бывают пластиковые, бывают металлические. Сил — это пломба. Сейчас буду ставить пломбу. Ого, у меня как будто вот здесь милирование. Но нет, никакого милирования я не делал, так падает свет. На рифере вот сколько я грузов, 6-7 уже перевез. Загрузки у меня все были достаточно быстрые. Самая долгая загрузка была 2 часа. А вот с разгрузками из 7 разгрузок 5 были очень быстрые. Там, скажем, до 40 минут. 2 разгрузки были какие-то невероятно долгие, по 8, по 10, 11 часов. Вот так вот. В целом нормально, нормально. Но когда меня разгружали 11 часов и там 8 часов, 2 разгрузки такие были, это была ночь, я просто спал. Ну, как бы я ничего не потерял. И когда говорят, ой, там долго загружает, разгружает, ну, пока что у меня это не было такой большой проблемой. Сэкономить, блин, 30 миль называется. Я сюда не могу ездить, тут до 10 тонн. Перестала работать вот эта лампочка, поворотник. Легко снялась крышечка. Вот эта лампочка, я провернул. Раз. Сейчас пойду поменяю. Так, купили лампочку, 2 за 5 долларов. Это старая сгоревшая. Как бы ее так всунуть еще? А, по идее вот так вот. Все работает. Они разных цветов у меня, но это не важно. В туалете, смотрите, замок закрывается изнутри и снаружи. Так, ну в траке 3 бака. Дизеля. Раз, два, три. Это рифер еще. Всего одна колонка. Там со стороны нету. Но длинный шланг. Я заметил, шланг довольно длинный. Короче, дотянусь по идее туда, протяну, еще рифер заправлю. Как-то так. Шланг, кстати, узкий. Смотрите. Так вот. Блин, очень медленно качает. Я состарюсь, пока оно заправит. Опаздываю на разгрузку. Очень медленно качает. Это для пикапов рассчитано, не для СМАев. Видите, какая скорость низкая? Он сможет повернуть? Все, сможет. Я ему много места дал. Вот это да. Какой у него большой бочок. Меняем дворники. Тот дворник новый, только что поставил. Остался еще один. Читал в интернете, они на 22, но по факту мерил 24 у меня.
это 24 дюйма. Вот так. Очень легко устанавливается за одну минуту. А то видите, моя не справлялась. Вот эту штуку она пропускала. И она прям мне обзорность мешает. Слушайте, эксперты, что это за ликич? Я вот такой ликич где-то отсюда уже встречал в других траках. Он небольшой. Мне даже кажется, что ничего страшного, что такой ликич есть. Но напишите, кто разбирается, почему утечка воздуха идет. Откуда? Где-то вот по звуку оттуда. Непонятно.